удобный для жизни благоустроенный город. Окружающая нас среда приобретает не только новую эстетику, но и новое содержание. Только за последние 4 года в Белгороде обустроено 9 парков и скверов. Все они полюбились горожанам, стали местом отдыха и общения. Нашим специальным репортажем мы расскажем о том, какую лепту вносят белгородцы в общее дело – создание благоустроенного города. Каждое учреждение или организация должны иметь свой неповторимый ландшафтный облик. Такую задачу ставит губернатор Евгений Савченко. В результате процесса паспортизации объектов, который реализуется в Белгороде с октября прошлого года, у каждого объекта будет собственное портфолио благоустройства. Это позволит изменить облик города. Ведь в документе прописаны все нормативы, элементы озеленения, архитектурные решения, размещение вывесок, рекламной информации, цветовое и световое оформление фасадов. Учитываются даже такие нюансы, как содержание территории в различных погодных условиях. На сегодняшний день в городе 3630 хозяйствующих субъектов. Все они до конца декабря должны получить паспорта благоустройства. Однако проблем в этом вопросе немало. Формализм и нерасторопность хозсубъектов – лишь часть из них. К тому же в городе слишком мало проектных организаций, чтобы на должном уровне выполнять паспорта благоустройства. К этой работе привлекают как можно больше действующих специалистов архитектурного сообщества, а также студентов-технолога. Очень большой блок выполняет именно Белгородский технологический университет. Они выполняют паспортизацию всех бюджетных организаций города Белгорода. То есть все детские сады, школы, больницы. Я могу только поблагодарить дирекцию университета в лице Глаголева Сергея Николаевича о том, что они откликнулись, включились в этот процесс. И большая толика, будем говорить, объема работы уже выполнена ими. На сегодняшний день ведется активная разъяснительная работа, проводится мониторинг ситуации. Только в Западном округе специалисты взаимодействуют с 1500 хозяйствующих субъектов. К сожалению, около 10% из них нерадиво относятся к процессу паспортизации. Связывают данные проблемы чаще всего с нехваткой средств финансовых на выполнение работ по благоустройству, по озеленению. Согласно правилам благоустройства, паспорт должен быть у каждого хозсубъекта. За его отсутствие руководитель может поплатиться рублем. Размер административных штрафов составляет от 5 и 50 тысяч рублей для частных и юридических лиц соответственно. Не исключено, что штраф будет вынесен и в отношении директора этого предприятия. Оно расположено на улице Промышленная, 9. С советских времен здесь располагалась автобаза номер 4. Организация около 50 лет, больше половины этого времени ее возглавляет один руководитель. Однако о благоустройстве здесь никогда не думали. Поблекший фасад, разбитые окна, разрушенный забор, разросшиеся кустарники. А на клумбах бурьян, который иногда косят. В прошлом году руководство предприятий согласовало проект по обустройству фасада с управлением архитектуры. Однако до сегодняшнего дня никаких изменений во внешнем облике здания не наблюдается. Но все же в Белгороде больше тех, на кого стоит равняться. Ряд организаций включились в этот процесс еще до принятия новых правил. Например, кондитерская фабрика «Белогорье» под руководством генерального директора предприятия депутата Горсовета «Единоросса» Сергея Сиротенко. Предприятие старейшее в областном центре по производству продукции пищевой промышленности. Свою историю ведет с 1943 года. 40 лет назад переехала на улицу Привольную. А здесь раньше была и градирня, и чего тут только не было. Я думал, вообще расти не будет. Оно, видите, как вымахали эти туи, удивительно. Здесь стараются украсить не только внутреннюю территорию, но и прилегающую. Японский сад камней, кусты можжевельника, ели, эвкалипты, туи. А камышовые травы обсыпаны цветной галькой и растут рядом с огромными валунами. Главная цель при создании этой клумбы – украсить микрорайон. Но так, чтобы зеленый уголок вписался в общий ландшафт промышленной зоны. На внутренней же территории все по европейским стандартам. Вазоны с цветами, беседки украсили зеленью и фигурными кустарниками. А на клумбах сделали альпийские горки. Здесь у нас просто такой райский уголок, все зеленое, все цветет, все пахнет. Вот прям хочется работать, глаз радуется. Всего же на предприятии высажено более 100 видов растений. Кондитерская фабрика ежегодно участвует в городском конкурсе по благоустройству территории «Наш белый город». Я давно понял, что этим надо заниматься, и это необходимое и нужное дело для предприятия, для производства, для людей. Люди видят, отдыхают, участвуют, работают, радуются. А когда душа радуется, работать лучше, легче. И результат даже от этого лучше. Поэтому мы этим вопросом занимаемся серьезно.
Осваивать территорию загородного комплекса, в который входит ресторан «Шишка», парк «Отель Европа», а также фитнес-кафе и физкультурно-оздоровительный комплекс начали около 10 лет назад. Основная задача, которую ставил руководитель комплекса, депутат, председатель постоянной комиссии по экологической политике и охране окружающей среды Горсовета «Единорос» Александр Щеглов, стала сохранение существующего природного ландшафта. Березы, осины, ели и сосны, которые росли здесь давно, не рубили, а для корневой системы использовали специальную защитную технологию. 3 года они стоят, и по состоянию мы видим, что живые. То есть не выпилили еще ни одной отсюда. Мы старались как можно бережнее действительно относиться. Территория комплекса расположилась на 4 гектарах, и только один из них занимают здания, остальное – парковая зона. Дизайн, современные архитектурные приемы перенимали у голландцев. Так здесь появились декоративные камни, сакуры и хвойные растения. Самая главная задача, чтобы человеку было комфортно и приятно находиться в том месте, где он находится. Вот изначально мы приняли этот тезис как фундамент и от него отталкивались во всем. И когда строили ресторан, гостиницу, спортивный комплекс, летнюю площадку, детские, у нас все окружено зеленью. Значительным шагом в озеленении и ландшафтном обустройстве городских территорий стал проект 201. Это один из этапов на пути превращения Белгорода в город-парк. Проект предполагал обустройство в 2014 году 201 зеленой зоны. В итоге реализовано больше 268 живописных уголков. Хоссубъектами всех форм собственности высажено почти 3000 деревьев, 65 тысяч кустарников, около 13 тысяч многолетних цветов, обустроено около 10 гектаров газонов. Одна из преобразившихся территорий – площадка перед Институтом искусств и культуры. Хвостатая лира – логотип образовательного учреждения. Молодые люди, застывшие в ритмах танго. Пергамент с пером и чернилами. И контактный, собранный из разных деталей велосипед, который установлен у велостоянки вуза. 4 фигуры украшают вход в здание. Нравится тебе? Да. А эта гитара на протяжении месяца привлекает внимание детей микрорайона. Рядом трубы фагота, а в вечернее время аллею музыки освещает гном. Над созданием этих шедевров трудились студенты, начинающие мастера ковки. Им помогало руководство вуза, специалисты Западного округа, которые выделяли металл, а также жители микрорайона. Это только начало реализации студенческих инициатив. Все эти идеи воплощаются в жизнь под руководством ректора Института искусств и культуры, депутата Горсовета «Единоросса» Ирины Игнатовой. Еще 6 подобных композиций украсит Южный сквер в этом и следующем году. Здесь появится баян, арфа, саксофон и рояль. Дипломные или курсовые работы наших студентов декоративно-прикладного искусства по художественной ковке, где будут стоять разные музыкальные инструменты и в теплые дни, вечера. Около каждого инструмента будет и живая музыка, то есть ребята будут играть. Это и знакомство детей, населения с музыкальными инструментами, и это познание, как они звучат. Преображается и городской дворец культуры. Туи, папоротники, мелисса. Здесь есть все, чтобы создать особую атмосферу для отдыха. Розарии уже стали визитной карточкой учреждения. Желтые, красные, розовые, белые цветы создают особую атмосферу, наполняя благоуханием окружающую территорию. Розы – главное украшение. Первые 300 кустов были высажены в прошлом году в рамках масштабного городского проекта «Миллион роз». В этом году к ним добавили еще 100. Инициатор преображения территории – директор Дворца культуры, депутат Горсовета «Единорос» Лидия Новакова. Это очень красивые цветы. Белый город, белая плантация роз. И я, когда пришла работать сюда, мне почему-то хотелось, чтобы здесь был розарий. Вот дворец культуры, чтобы была красота на территории. Люди приходят сюда отдыхать. На территории города создаются километры цветников. В этой работе участвуют предприятия и организации, учреждения здравоохранения и образования, ТОСы и предприятия ЖКХ. Обустраиваются скверы, рекреационные зоны и бульвары. Только за последние 4 года в Белгороде обустроено 9 парков и скверов. Все они полюбились горожанам, стали местом отдыха и общения. Живописные уголки создаются и в спальных районах, и в частном секторе. И здесь вклад каждого жителя очень важен. Наш город в хорошем темпе приближается к званию зеленой столицы России.
те усилия городских властей, которые направлены сегодня на благоустройство территории, на озеленение, я считаю, что все горожане могут видеть это все сегодня своими глазами. И проект «Миллион тюльпанов», сегодня этот проект «Миллион роз», те парки, скверы, которые с каждым днем появляются в нашем городе, безусловно, влияют и на качество жизни горожан. Город, удобный для жизни, это благоустроенный и зеленый город. Делать его таковым нам нужно вместе. Тогда и результат будет превосходить все ожидания.